Даже в полдень двор дома 24 по улице Курчатова плотно заставлен автомобилями. Александр считает большой удачей, если ему удалось сразу найти свободное парковочное место. Немного улучшило ситуацию начавшееся расширение проезжей части, но на полдороги строительство завершили. А вот это тоже обещали сделать. В тот год еще. Все будем делать. Эту сделали, она это и с концами. И забросили ее. Двор по улице Курчатова, 22, с трех сторон окружен девятиэтажными домами. 30 лет назад, когда застраивался микрорайон, не учитывали, что количество личного транспорта возрастет в несколько раз. Два года назад мы запустили проект расширения парковки, но денег в городском бюджете хватило только на ее половину. Остальную половину принесли вроде на следующий год, и финансирование обещают по остаточному принципу. Как пояснили в администрации, заботясь об экологической ситуации и внешнем виде внутриквартальной территории, в рамках адресной программы по благоустройству города была прекращена стихийная парковка на газоне. Свежевскопанную землю засадили травой и оформили клумбы. Надежда жителей на строительство рядом с домом торгового центра с обязательной парковкой также тает на глазах. Также у нас здесь имеется долгострой в районе дома 22-го. Там застройщик обещал нам сделать парковочные места дополнительные для жителей дома. Вот. Но так как там идут судебные тяжбы, соответственно, и парковочных мест никто не делает. Депутат Наталья Морозова пояснила, что обязательства по строительству парковки будут выполнены в следующем году. В рамках адресной программы по благоустройству округа выделены деньги и готова проектно-сметная документация. Осталось найти подрядчика для выполнения работ. На следующий год, на 19-й, запланированы объемы работ, которые будут продолжать эту парковку по улице Курчатова, 22, вдоль дома Курчатова, 24. И мы планируем завершить эти работы к концу следующего года. Жителям двора остается только набраться терпения, ждать выполнения данного обещания и надеяться, что сроки строительства долгожданной парковки не увеличатся, а сократятся. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.